О, ничего такая, надо позвонить. Привет, красавец, это я тут, сам Нурбек, я один дома, подъезжай. Улица Мачумена, Казанова, 31, квартира 0. Все жду. Привет. Привет, Нурбек. Настя, можно просто Мухаммед Али? Ага, а чем ты увлекаешься, Настя? Искусством, а ты? Да ничего, с пацанами в футбол играю, а ты каким видом искусств занимаешься? Смешанные боевые искусства, дзюдо, бокс, самбо. А ты в свободное время что делаешь? Приемы отрабатываю. А ты с какой целью меня сюда домой позвал? Да ничего, просто пообщаться там поближе, поговорить. Ты хочешь отношений? Не-не, там сперва кино, просто пообщаться там. Да зачем это кино? Я не такая, как все. Можно сразу начать встречаться. Не, я так не воспитан, сперва кино там пообщаться. Какой порядочный. Ну ладно, пойдем ко мне на тренировку, я тебе покажу. Не-не, у меня там нога болит, я вообще против такого. А я не могу на твоей ноге приемы делать. Все, Жанна, присягнулась, поехали. Я тоже. Блин, классно, что мы в Мангостау приехали. Здесь красиво, мне нравится. Жан, ты пешехода не пропустила. А чего он так долго идет? Он меня должен пропускать, я же девушка. Уже штраф пришел. Мадина, ты на красный едешь? Где? Блин, Жан, извини. Еще один штраф пришел. Да онлайн, их оплати, ничего страшного. Ой, а сейчас за меня подержу. Алло, Силь? Да. Блин, тут так Мадина, классно, блин. Я тебе все расскажу. Блин, ну что сам пугать, все перезвоню. Мадина, не звоните, когда она за рулем. Мадина. Тебе мой штраф пришел. Так ты же за рулем. Так ты же руль держал, тебе и пришел. Оплачивай, оплачивай. Боже мой. Вот все, я им сказал, то, что нормально все будет. Классно. Алло. Да. Куда? Сначала на футбол, потом на бильярд, а потом в сауну? Не пойду я никуда. Никакой бильярд и футбол мне больше не интересны. И тем более в сауну. Как ты мог меня вообще позвать в сауну? У меня же девушка есть. Больше не звони мне по таким вопросам, понятно? Никуда не пойду. Никуда я не пойду, я сам решил. Сам. Я разлюбил себя, чтобы полюбить тебя сильнее. И мне не важен. Привет, детка. Ты выйдешь за меня замуж и родишь мне сына и дочь. Привет. Я это хотел. Ты мне. Я тебе нравлюсь. Да. И поэтому я, в общем, хотел с тобой. Ты хочешь начать встречаться со мной? Да. Нет. Я так хочу. Ну и что ты спишь? Наверное, потому что я тебя уже здесь полтора часа жду. А что ты на меня сразу наезжаешь, не поняла? Вообще-то у меня была уважительная причина. Ну и какая? Да я не буду теперь говорить. Ну и не говори. В смысле не говори? Тебе что, не интересно? Ну ладно, рассказывай. Я сломала ноготь. И? В смысле и? Я сломала ноготь, а у меня маникюр скоро. И чё? Ну, вообще у меня нет настроения. Почему? Я поправилась на целых 2 килограмма. Ну по тебе не видно, родная. Ты чё не видно? Ты врёшь. Вообще ты постоянно мне врёшь в последнее время. Наверное, потому что это ты виноват, что я поправилась. В смысле я виноват? В смысле я виноват? Рестораны, фастфуд. Так ты же сама просишь меня об этом. Хардис. А ты что, не можешь мне отказать? Ты в конце концов мужчина или я? Сири, хочу перекусить. Сири, хочу колу. Сири, хочу деньги. Сири, хочу много денег. Сири, обними меня. Сири. Парень я твой. Ты не хочешь обсудить эту ситуацию? Зачем об этом опять говорить? Да потому что хватит лайкать каждую вторую девушку в Инстаграме. Это всего лишь лайк. Угу, конечно. Сперва лайк, потом что, измены? Ну я же комменты не оставляю, ладно, я себе комменты оставлял. Да видела я коммент, знаешь что? Это, бла-бла-бла. Это всего лишь Инстаграм. Ты моя сладкая, я так тебя люблю, обожаю тебя. Солнце мое, тоже тебя очень сильно люблю. Моя булочка сладкая, я тебя обожаю. Самый лучший. Всегда буду рядом. Ну, это, конечно, была не любовь с первого взгляда.
Но он не написал. Я решила, ладно, ничего же не теряю. Схожу с ним на одно свидание, посмотрим, что к чему. Ну, познакомились, как все нормальные люди, в соцсетях. Помню, мои фотки от ее лайков устали. Ну, я думаю, что девочку мучить? Напишу, приглашу на свидание. Пошли мы, значит, в кино на ужасы. Я сразу обозначила дистанцию, но он все равно начал лезть обниматься. Я, конечно, сразу хотела дать ему пощечину, но решила подождать до конца сеанса. Пригласил ее в кино. Она, главное, сама выбрала ужастик и начала сидеть, бояться. Ну, я, естественно, показал ей то, что со мной, в принципе, нечего бояться. Приобнял ее так. Ну, а потом, что конфетно-букетный период, целый год эти цветы, подарки. Вот так мы начали встречаться. Ну, а потом конфетно-букетный период, сами понимаете же. Ну, печенье мне пекла, открытки мне анонимные присылала. Подумал я недельку, подумал, ну и предложил ей встречаться. Смотри, какая симпатичная девушка, брат. Да не, брат, завязывай, не надо. А вон та, смотри, я бы задвигался с ней. Да не, брат, это крепыш страшная, посмотри. А вон та, я бы женился на ней. Ё-моё, а як ты нандай? Асфальт почти. Страшная, не надо. А вот и моя. Смотри, смотри. Кисочка моя, кисочка, привет. Выбирай, братишка. Ребята, здравствуйте, я ваш учитель по обмену, очень рада возможности приехать в ваш город Актау. Давайте проведем небольшой блиц-опрос. Вы готовы? Какое государство признало первую независимость Республики Казахстан? Турция. Кто изобрел эскалатор? Джесс Рено и Чарльз Себергер. Хорошо, а какова площадь Антарктиды? 14 миллионов 107 тысяч квадратных километров. Все, ты фоткаешь? Да. Вот этих дверей, возле этих дверей сфоткай. Хорошо. Окей. Как будто я открываю. Да, да, случайно. Давай, Пиша. На, покажи. Ага. Типа бокс, смотри, фоткай, только повыше бери. Ага. Давай я куртку расстегну, подожди. Типа случайно так посмотри. Типа случайно, сфоткай. Ага. Типа не смотрю. Я звук. Окей, все. Еще вот так. Очки отдай ему. Да, держи. Держи, держи, давай. Ты что смотришь? Печку давай включай, я замерзла. Что? Это классные фотки будут. Куда наши собрались, говоришь? Вот оно что. Угу. Все, не будем отпускать. Договорились. Давай, пока. Жан, я посуду помыл. Нет. Пропылесосил? Нет. Детей спать уложил? Нет. Может быть... Нет. Может быть... Ну, может быть, все-таки... Ладно. Алло, Жара, знаешь, я тут подумала, я не такая серва, как ты. Я своего отпустила.